Видео подготовлено сайтом онлайн gdz.net. Давайте выполним упражнение номер 5 на странице 50 учебника математики для первого класса автора Дорофеева. Вычисли, используя, если нужно, числовой отрезок. 2 плюс 7 равно 9. 9 минус 6 равно 3. 8 минус 4 равно 4. 3 плюс 4 равно 7. 7 минус 5 равно 2. 8 минус 3 равно 5, 5 плюс 5 равно 10, 2 плюс 6 равно 8, 8 минус 8 равно 0, 4 минус 2 равно 2, 2 плюс 6 равно 8, 10 минус 6 равно 4, 4 плюс 3 равно 7, 7 минус 0 равно 7, 7 плюс 3 равно 10, 10 минус 8 равно 2, 2 минус 2 равно 0, 9 минус 7 равно 2, 2 минус 1 равно 1. 5 минус 5 равно 0. 0 плюс 5 равно 5. Если вам понравилось видео, смотрите остальные решения на нашем сайте. Если у вас есть вопросы или предложения, оставляйте свои комментарии.